Всем здравствуйте, друзья! Это Resident Evil 4 ремейк. И сегодня я буду проходить основной сюжет. Давайте начнем новую игру. Так, здесь у нас... Этого хана ли творится? Так как я... Так как я уже проходил Resident Evil 4... Только обычный полностью. Я примерно помню, что здесь находится. Есть кто? Да, не, никого нет. Так, здесь вроде нам пока ничего не надо. Хля какой. Заклинание читает. Простите, что я без спроса. Бускуон Палисе. Бинуаки. Опа, кого-то хлопнули, ребят. Он сзади. Нате её. Дед, ты чё, попел? Ну, а, ну всё, в принципе. Тот мизинчиком ударился. Так, берем ключ. Ключ от охотничьего домика. Братишка! Братишка! Эй! О нет, братишка. Понял? Что там у тебя? Да что за херня? Фигня какая-то. Согласен. Что это? Кто-то идет. Здорово, дед. Иди отсюда. Понял, да? Подать на меня вздумал. Ишь какой. Так. Ладно. Ну, тут, наверное, я не наварюсь особо. Шкафчик. О, травка. Это надо. Здесь у нас стулья. Стулья бы тоже, конечно, пригодились. Ну да ладно. Правильно сразу сделал. О, здрасте.
гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган, говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Здрасте. Не смею задерживать. Чё? Всё. Всё, не побежишь за мной? Ну и фиг с тобой. Ой, бы назад пойти. Ладно, пойду. Хотя пойду, может быть, там что-то подлутать можно. Надо все смотреть. Но... Нет, так нет. Я, в принципе, не хочу задерживаться. О. Надежный мостик. Ворона. Посидеть бы, конечно. В обычном резиденции за нее отдали какую-нибудь денежку. Может быть, даже гранату. О, здрасте. Это надо. Так, здесь что у нас? Еще один бочка. Порох. Это сохранялка. Хорошо. Так, здесь у нас волк сдох. Я слышу их. Ага, засада. На тебя, блин. А ты что? Ты тоже не это... Получил по лбу? Ой. Ой-ой-ой. Иди отсюда. Ты чё? Совсем что ли? Ой, не смей задерживать. Чё, силёнки не позволяют? Так, и всё, их было двое, я так понимаю, да? Хотя нет, слышу еще одного. Ой, блин. Неожиданно. Ладно, за это хотя бы урон не нанес, вроде бы. Да не хромает, сейчас все будет норм. Попадаешь. Патроны, это то, что надо. Ой, это все что-то... Это все мне надо. Ой, даже красная трава с гранатой. Это мне надо. Это прям хорошо было бы. Так, у нас есть крафты. Можно сделать травку. Так, эта травка мне восполнит все хп в случае надобности. Это надо. Я надеюсь, что я сейчас ничего особого не упустил. Ой. Извиняюсь. Йо. Ну да, как в обычном резиденте, только их там намного больше. Давай посмотрим. Вон там братишка. Не трогайте его, твари. Но. Охренеть. Да он не ведьма, чтобы его сжигать, вот чё? Ой, какая флешка. Алло. Ребят, вы не против? Я пройду здесь. Они пока тут обряд проводят. Что-то у нас тут есть, да, наверное? Опа, чей ящик? То, что надо. И монеты еще какие-то. Песеты.
Может быть, PC-ты. Нет, PC-ты, мне кажется. Напишите в комментариях, как будет правильно. Опа. Да-то есть. Так. Папка. Бы как-то и обеспалено. О, шанс. Здорово. Так, здесь на правую кнопку мыши. Здесь... Ой, левую. Еще ящик. Монетки. Красную травку вижу. Хорошо. Красная травка — это всегда хорошо. Что-нибудь есть это еще? Опа. Слышу. Даже двоих. Мне надо было, чтобы он развернулся, на самом деле. Я смотри, всегда наготове. Топор держит. Ты кого-то видел, что ли? Не, он палит. Может, конечно, он уйдет все-таки. Не, он вообще до талого стоит. Крепкий мужик, на самом деле. Так, ну там меня спалят. Надо что-то здесь сделать. Ждать можно. Так, ладно, здесь можно пробежать, мне кажется. Наверное, если меня, конечно, не спалят. Так, надо как-то поставить туда теперь пройти. И там все облутать, если есть такая возможность. Так, вот он, дед. Отлично. Еще он пока умывается. О, зеленая трава. Вот это можно поставить, фигануть. Это надо. Чем меньше, тем лучше. Здесь есть? Отлично, он туда ушел. Тихо. Не вздумай кусать, это мое. Спокойно. Тоже мое. Так, сразу пистолет надо взять. Есть кто-нибудь? Корова есть. В принципе, не знаю, услышишь ты или нет. Можно попробовать в окошко. Что это? Опа, услышал. Здорово. Ага, тут нужен ключик. Так, ребят, я все понял, давайте. До связи. До связи. Так. Так, 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 надо что-то делать сразу. На базу тебя. Отлично, аптечка есть. Тун-тун-тун-тун-тун. Закрой. Ага, пошел отсюда. О, это ж капсы. Ой, здрасте. Слушай, а я ведь тебя помню, кстати. Нет, это не шутка, братан.
Побежали, побежали, побежали. Опа! На базу. Да, я тоже согласен. Ух ты! А ты с какими судьбами? Я слышу эту фигню. Ё-моё! Бегаем. Так, дробовик на всякий случай. Опа. Вот и на всякий случай понадобилось. Так, он сзади же, да? Дробовик-то этот наш. Бегаем, бегаем, бегаем. Ё-моё. Опа! Домой. Тебя. Ага. Грязными ручищами своими. Куда лезем? Чё? Так, здесь. Понимать. Понял, не примем. Лови подарочек. Все ослепли. Я надеюсь, все до талого. Ну, это да, конечно, ослеп, конечно. Так, мы тебя до талого оставляем. Ай. На. Так, давай тебя мы заюзаем. Здорово. Ой-ой-ой. И тебя туда же. Так, дробовик на всякий случай. Вот и на всякий случай. На базу тебя. Еще один всякий случай. Тебя тоже туда же. Сзади? Да, сзади. Конечно. Вот. Понял. Нет. Они прикалываются. Это все, ребят. Или нет? Вот это вот унылая фигня. Сейчас опять нет топором фигану, да? Нет. Не успела. Ой. Ты прям вовремя, братан. И тебя мне тут не хватало на самом деле. Ушел отсюда. Ой, ты сюда? А я к вам. Колокол? Колокол? Че, выкусили? Сдались? Ну. С первой попытки. Это даже очень классно. Ты не можешь. Я бы не стал, я тебе не советовал так стоять. Ну, а может они за своего тебя приняли. Хоть на ключ не закрыл. А, ладно, чё? Я бы
пустом городе. Куда это они все? В кино, что ли? Наверное. О. Да, это оно.